этом видео присутствуют скримеры. Не нужно бояться. Привет, друзья мои, добро пожаловать. Это у нас платформа номер 8, и мы продолжаем в нее играть. Я хочу сегодня попробовать пройти ее до финала, дойти до 8-й платформы и наконец-то закончить эту игру нормально, полноценно, как, в принципе, мы и должны были сделать с вами в первом видео. Ну что ж, поехали разбираться, смотреть. Много советов уже понаписывали. В принципе, я для себя моменты какие-то, как говорится, выписал. И сегодня будем пробовать. Так, ладно. Все, сломя голову, никто не бежит. Делаем все красиво, филигранно. Заходим и смотрим. Итак, у нас L0. Ладно, пока вроде бы все в порядке. Каких-то аномалий вроде бы нет, но все равно надо поглядывать по сторонам. Иди, знай, что там будет. И будет ли хоть что-нибудь. Так, ну вроде я так смотрю. Давай проверим. Вроде бы пока все хорошо. Да not open, хорош. Да. Чел кричит, помогите, пожалуйста, откройте дверь. Угу, вот тебе Ямате Кудасай. Так, можно к нему подойти, но открывать нельзя. У нас эта аномалия уже была, поэтому лучше я подожду, пока она пройдет. Она пройдет. Здорово. Голова, что там делаешь? Ничего интересного. Ладно, ждем, он в какой-то момент перестанет долбиться. И, по идее, можно будет... Вот, все, по-моему. По-моему, все. Когда, наконец-то, отражение видно, значит, я смогу спокойно туда пройти. Все, погнали. Так, по идее, мы сделали все красиво. Все правильно. И у нас уже L1. Раньше я на это особо внимания не обращал. То есть, как бы, просто сломя голову, мы бежали. И все было не очень хорошо. То есть, таким образом, петля все время как бы продолжалась. И конца и края этому не было. Так, идем дальше. Тут нормально. Тут нормально. Может произойти все, что угодно. Так, L1 у нас по-прежнему. Если оно не сбивается, значит, мы делаем все правильно. Так, смотрим, оглядываемся. Просто все ли хорошо. В этом месте не может быть все хорошо. Блин. Так, тихо. Спокойно. Быстрей. Я помню эту тетку, с ней надо осторожно. Она работает по принципу SCP. Мне показалось, что поручни красные, а это просто, видимо, так свет падает. Ну, бывает. Что ж поделать. Так, все, мадемуазелька осталась позади, мы прошли с тобой. Да, у нас Ниназука L2. Погнали дальше. Здесь уже, в принципе, ничего нет. Ниназука L2 у нас продолжается. Твою мать. Я знал, что что-то подобное, наверное, рано или поздно случится. Так, здесь нам не пройти, надо найти правильный выход. Это аномалия с погасшим светом и остановкой уже была у нас в оригинале. Как бы мы имеем представление... Так, тут не выйти. Там не пройти, не выйти, тут стоит чувак. Если к нему подойти, то как бы все, ты проигрываешь. А вот это, похоже, нормальный проход. Нормально? Хорош. Так, тем самым мы продвигаемся далее. У нас L3 и станция Санза. Давай посмотрим, что у нас на станции Санза происходит. Вроде плохого ничего. В идеале, конечно, не надо бежать, как мы делали с вами в первый раз. Я хотел обмануть систему, но система в итоге обманула меня. Так, погодите. Спокойно. Блин, я не помню, что с ним делать надо. А, по-моему, сесть. По-моему, можно просто сесть с этим чуваком, и он пройдет. Там невидимый чел. Он несколько раз появляется в игре. Он может появиться сзади нас. Он может появиться вот как сейчас, и надо осторожно. То есть просто сидим, ждем. Видишь, там в отражении все нормально. А вот здесь проблема. Иногда слышно, как он дышит. Слышно, короче, его сопение. Вот это вот. Так что просто переждем. В какой-то момент он, наверное, просто свалит. Я не помню точно, надо ли подходить ближе. Но не знаю. Не хочется помирать просто. Так, ну я могу поближе вот сюда вот сесть. Совершенно беспалевно. Давай, пожалуйста, ну свали оттуда. Я тебя прошу.
Давай по-хорошему, я хочу доехать домой. Я хочу выйти на свои станции. Ой, блин. Так. Или, может быть, какая-то есть схема, как можно его отсюда выпроводить. Вот это я не помню. Вот это я не скажу. Так, пока мигает. Пока не понятно. Может, надо в конец пройти. Ладно, он все равно стоит там в одном месте. Он никуда не девается. Ух ты ж, сука. Ты решил мне сегодня прям надоесть, да? Подожди, а может, нам какая-то подсказка будет? Честно, я не помню, что с ним надо делать было. Так, тут ничего. А давай-ка я рядом с тобой присяду. Вот просто мы посидим, ты мне что-нибудь расскажешь интересное. Блять, стрёмно туда идти. Так, что у тебя там? Он клацает телефон, у него, по-моему, даже не включено ничего. Ах ты, голова, блин. Так, ладно. Попробую подойти чутка поближе. А может, спиной как-то? Блин, не хочется проигрывать зря. Тихо, я слышу его. Его прям слышно нормально. А, все. Оказывается, надо было просто подойти чуть ближе. Он делает: «Люк, я твой отец», и на этом заканчивается. Вот. Вы заметили, что перестали появляться вот эти таблички, которые говорят, что обязательная аномалия должна быть в следующем вагоне. Мы, кстати, продвинули с вами, у нас Широкава L4 уже. Смотрим внимательно, изучаем, оглядываемся. Тут могут быть разные личности, хорошие, не очень. Вроде пока окей. То есть в этом вагоне не обязательно, что кто-то или что-то может находиться. L4, движемся дальше. По-моему, я его слышу. Но если бы он был позади меня, то наверняка бы я слышал бы какой-то бег. Так, там все нормально. Тут все нормально, убить меня никто не хочет. Я еще раз пробегусь по окнам, посмотрю. Здесь окей. Здесь окей. Здесь нормально. Ладно, предположим, что все хорошо. Просто идем дальше. А, не оглядывайся назад. Вот, теперь этот чмыренок позади меня. Слышно, да? Тык-тык-тык, цок-цок-цок его носочков, ботинок. Он пытается. Он знает, что если я посмотрю, а я всегда смотрел в той серии, и поэтому всегда проигрывал. И Сузухара, станция L5. Ну как вам дело? Нормально? Нормально, да? Аккуратненько, спокойно. Если понять, как это все проходить, то, в принципе, несложно. Так, L5. Осторожно, нормально. Ну, зная свой фарт, в принципе, где-нибудь можно спокойно зафейлиться. Блядь, быстрее, 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 вода, 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 вода. С водой херня. Один раз я когда-то попадал на эту долбанную воду. Если ты не успеешь добежать до выхода, то ты, короче, начинаешь заново. Так, голова. А головы-то нет. Где ж твоя голова? А он может поймать меня? Интересно, он может ли что-то мне сделать? Так, в любом раскладе я просто присаживаюсь и жду, пока он пройдет мимо. Он был у нас в оригинале, то есть мы, в принципе, сразу поняли, что надо делать. У него нет головы, он не знает, куда идти, он потерял, забыл ее дома. Так что просто сидим, ждем и желательно с ним не контактируем. Никаких советов, подсказок нет. У нас Мюги, Мюги L6, как Миги. Эй, Миги. Шинич. Ой, не надо вспоминать. Не надо вспоминать это прекрасное, чудесное аниме. Так, идем дальше. У нас станция L7. Нам остается пройти L7, L8. И таким образом мы спокойно можем с вами выйти, если, конечно, не зафейлимся. Я так понял, что либо мне так повезло, либо реально вышла какая-то обнова, потому что нет вот этих вот надписей, которые я благополучно пропускал в те разы. Так, я все окна посмотрел. Ну, вроде как бы все окей. L7 по-прежнему. Все нормально. Так, голова. Я мимо аккуратно пройду. Девочки не было, кстати, что самое интересное. Ну, здесь как бы рандом, поэтому рандомайз. Если мы сейчас быстро пройдем, то пройдем еще раз. Просто посмотреть недостающую аномаль. Опа. Опа, привет, голова.
Так, вот это уже серьезно. Вот это уже серьезное дерьмо. Я не помню, как надо его пройти правильно. Но этот чмырь не уйдет оттуда. И вот думай, что делать. Так, вставай. Зря ты присел. Бля, он же сейчас откроет и побежит. Блядь, нет, бегом. Сука, бегом. Все, нормально. Вот ублюдок, а ты пройдоха, а? Или твои братья так делают? Так, L8. Мы добрались с вами до конечной по факту. Что это был за звук? Я не знаю, что-то гупнуло где-то или мне показалось. В игре ли это было или в жизни? Непонятно. Так, никаких аномалий нет. Как видите, примерно за 10 минут, если удачно все совпадет, то игру можно пробежать фактически... Бля, я не помню, что с тобой делать надо. А уйти уже не... А! Тихо, спокойно. Что? Что там? А, не смотри на него. Все, я понял, я не смотрю. Голова, я на тебя не смотрю. Я аккуратно, смотри, боком, раком, передом, задом прохожу мимо тебя. Я не смотрю, ничего не делаю. Все нормально, все хорошо. Так, зашли. И что мы видим? Мы видим, что мы приехали либо в рай, либо на конечную станцию. Хачибан! Так, Хачибан L8. Слышь, Хачибан, пойдем? Посмотрим, как тут дела. Либо это какая-то обманка, либо я не знаю, но... Вроде как, Хачибан, это все. Дальше, наверное, уже нет дороги. Но мы попробуем еще раз. Ну, просто ролик на 10 минут, мне кажется, не камильфо. Там дальше есть проходы. Там дальше есть куда выйти. О, я прошел. Ну, не с первого раза получается, конечно, но тем не менее. Ай, Катаки. Мне кто-то писал в комментариях, что можно каким-то чудом попасть в первую игру этого разработчика, выход номер 8. Помните, та самая странная, где надо было идти вперед, назад, туда-сюда, как бы. Так, ее можно как-то скипнуть, чтобы мы с вами начали заново. Вот. Катаки-криате. Ямате кудасай. Все, давай, не засвечивай меня, пожалуйста. Я слепну от этого белого экрана. Мне от, спасибо. Вот это я понимаю, Найс. Чего? Почему я здесь? А как так пол... Аномалии 22. Было написано, что 22 аномалии. Это их всего тут будет или... Тут закрыто. Обычно игра, когда начинается заново, то мы сидим здесь и встаем. То есть, как бы окей. А аномалия 22. Ладно, идем еще раз. Давай попробуем. Может быть, нам выпадет что-то новенькое. Что, чего мы раньше с тобой не видели. Так, а, please check electric signs. Но это не та табличка, которая мне нужна. Или нет, или та. Там, по-моему, другая была. Там был человечек с лупой. Лупой. И надо было внимательно все смотреть. Но мы и так стараемся как бы внимательно пройти, посмотреть. Вроде бы... Что у нас? Аномалия 22. Что это значит? А ну везде тебе. Тут и шел за мной. Я кого-то слышал. 22 аномалии. Привет, малая. Так, смолой... На нее смотреть надо. А, типа мне уже все, советы не дают, подсказки. Так, девочка, спокойно. Спокойно, девчонка. При том, чем ближе ты к ней подходишь, тем больше она начинает улыбаться. Не знаю, надо ли садиться. Не. Девочка, по-моему, в прятки хочет играть. А я вот не очень. Find me. Так, ну я помню. Ого, ни хрена себе, а ты обычно была слева или справа. Привет, девчуль. Ладно. Будем считать, что я ее нашел. Фух, так. Что у нас? 21... 20... Теперь вместо отсчета станции у нас идет, короче, прохождение аномалий. Нифига себе. Так, аномалии 21. Ну, да, желательно бы, конечно, найти бы ее. То есть теперь в этом режиме аномалии могут находиться в любом месте... Независимо, да? А если я мимо пройду, типа не найду ее? Тогда все. Тогда пиздас. Тогда жопка. Так, ладно, смотрим, тут все нормально. Криминала вроде бы нет.
Игра понимает, что раз ты прошел первый раз и добрался до выхода, то теперь для тебя не проблема пройти еще раз. Не, спасибо. Вот это открытие дверей было, по-моему, самым первым, с чем мы столкнулись, когда проходили игру. Поэтому я знаю, что надо идти дальше. Вот, и будем считать, что это аномалия. Осталось 20. Хорошо. Так, побежали, побежали, побежали. Насколько это возможно, мы будем бежать. А, это никто не дышит. Я подумал, что сзади чел появился, который дышит. Так, тут чисто, в окнах нормалек. Подожди, а простые аномалии не должны попадаться теперь? Нам попадаются только сложные, непроходимые. Здрасте. Тихо, 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 люди. Людишки, спокойно, спокойно. Не контактируем, это не настоящие люди. Чтобы мы нормально прошли и не оборачиваемся. Осталось пройти 19 штук. Ну, давай попробуем. Тут все нормально? Какой-то новый режим добавили, что ли? Хрен его знает. Так. Самые глазастые должны внимательно смотреть вместе со мной, чтобы мы... О, вот это я видел. Вот это я знаю. Что там у нас? 19 аномалий. Это можно пробежать, она безобидная. Здрасте, парни. Давно не виделись. Так, головы фарфоровые. Да, или вы не фарфоровые? Вы, скорее всего, какие-нибудь поликарбонатные, я не знаю, из чего-то такого, пластик какой-нибудь не самый вредный. Так, мужики. Я не знаю, может, мы за девушку играем, но места нет. Я не знаю, куда присесть. Куда умостить свою жопу. По идее, должно быть хотя бы одно место, куда нам должны дать возможность присесть. Так, парни. Ребята, здесь покрашено. Раньше можно было так сказать. И, наверное, самые мнительные бы, конечно, бы уступили бы на место. Вот мое, смотри, почетное. Так, присаживаемся. У вас закурить не найдется? Нет? Нет, я думаю, вряд ли. В отражении есть наш старый друг с телефоном. Но он ничего не делает, поэтому, ну, как бы так, окей. Так, 17 аномалий, побежали. Для нас это уже не проблема. Мы знаем, как с этим справляться примерно. Как бы, тем более, ты же запоминаешь, когда проходишь, да, какие аномалии у тебя были и примерный их способ их решения. Так, что здесь? Блять, а я почему-то думал, что сзади этот хрен идет за мной. Внимательно, ладно, хорошо. 16 аномалий, и ты приедешь, куда тебе надо. Так, все, я пробежал. Не, что-то быстро побежал. Давай не будем допускать ошибок наших прошлых серий. Мы внимательно осмотримся. Я никого не вижу. В окнах никто не прячется, значит, спокойно можно идти дальше. Привет, голова. О-о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 -
Плохо дело. Плохо дело! Так, теперь надо как-то в ту сторону, чтобы оно как-то соединилось, и мы прошли. Ух, колбас! Колбасьон! Открывай, открывай. Ой, сука, ну тебя накрывает. 15 аномалий осталось. Что там у тебя? В какой-то момент мне кажется, что на экране его смартфона появляется какая-то информация. Я не знаю, может быть, это просто глюки у меня уже какие-то. Так, здесь вроде бы ничего. Все нормально. Там типа ничего не было? Я зря потратил, я 10 минут ходил, смотрел. Так, вот это вот осторожно, пожалуйста. Нет ли здесь Эйрона Егеря? Титаны спрашивают. Смотри, у него какой маникюрчик хороший. Нормально. Так, спокойно. Все, ладно. Ай, меня кто-то ударил. Ну, я типа прошел дальше. Я не знаю, почему там была табличка, что надо внимательно смотреть, но там ни хрена не было. Ну, окей. Ладно. Пройдем. Тут спокойно, спокойно. Спокойно, все хорошо. Don't move.
Нельзя двигаться, когда светло. Девочка очень быстро это понимает. И все. Так, мы пробежали. Ну да, ну конечно, естественно. Интересно, может быть в игре всего 22 аномалии? Так, это мы не трогаем, мы просто пробегаем, потому что... Бля, можно было трогать когда? Вот я не помню, кстати. Честно сказать. Плохой звук какой-то. Опа. Опачки, привет. Так, ладно, эти огромные большие глаза и рожи наблюдают за нами. Типа контролеры. Но мы их тоже видели, поэтому первый раз... И они, конечно, могут напугать, если бы тут как-то немножко свет приглушили, то я бы еще понял. Так, 11 аномалий осталось. Ну, пойдем. Давай посмотрим, что могло поменяться. Я не помню, менялись у нас хоть раз плакаты с вами или нет. Было это в ролике, не было. Но мы, может, что-то и увидим. Так. Тут все хорошо. Тут нормально. Ничего такого плохого я снова не вижу. Снова, видимо, какая-то обманка. Либо сломалось что-то где-то, либо так надо. Я, конечно, еще раз пройду, посмотрю по картинам, туда-сюда. Просто будет жалко, если я что-то где-то не увижу, и мы просто начнем заново. А заново начинать никто, понятное дело, не хочет. Так, тут все окей. Тут все окей. Этот вагон ты уже, в принципе, выучиваешь, как бы, и ничего такого здесь нет. Так, по этим картинам найс, все хорошо. Да, там ничего такого нет. Хотя в оригинале должно быть. Так, все, погнали, тут чисто. Бля, я не помню, не надо же смотреть на нее, по-моему, да? Чего там? Do not. Подожди, что там пишешь? Я жопой смогу выбраться? Что ты... Ой, бля, туман! Сука, туман! Туман, надо пробежать. Сядь, 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 сядь. Я помню, туман здесь бывал. Как будто сильно накурено. Но если я выйду, то я как бы автоматически проиграю. Я не хочу выходить. Блин, тут какой-то Big Smoke проходил, что ли, накурил так сильно. Блин, накурено, пиздец. Не, должно закрыться. Если из тумана никто не появится и не захочет нас убить, то все в порядке. Все, видишь? Продолжаем движение далее. Интересно, а тот мужик на как... Закрыто. На какой станции выходит тот мужик? Так, 9 осталось. А было изначально сколько? 22 или 23? Интересно, а если я дойду до конца, что там будет? Может, как-то поменяется концовка. Может быть, в игре их несколько, хрен его знает. Надо смотреть. Так, по-прежнему 9. Ну, такого вроде бы ничего я не вижу. Пойдем дальше. Девятое. То есть 9 может повторяться несколько раз. То есть... Ты можешь проходить вагоны, они будут потенциально пустые, без аномалий. Вот когда аномалию найдешь, вот тогда вот, собственно, дальше ты пройдешь. Тут ничего. О, я помню эту штуку. Так, здесь, короче, прикол в том, что надо, оказывается, стучать. 8 раз там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом 9 раз там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 4 раза еще сюда. 1, 2, 3, 4. Как допереть до этого сразу, никто не знает. Здорово, голова. Так, теперь он начал меня снимать. Он понял, типа, какого хрена ты, блядь, все время тут ходишь и никак не можешь пройти. Там в отражении он меня не снимает, здесь он меня снимает. Убить он меня может? Думаю, вряд ли. Но смотрится это довольно забавно. Ладно,
По крайней мере, мы сдвинулись с мертвой точки, и у нас уже аномалия 6. Точнее, 6 аномалий мы проходим, и все. Снова эта злополучная комната, блин. Так. Опа! Опа! Вот оно! Вот так оно должно быть! То, что я вам и говорил. Вот это значит, что мы точно ее нашли, она точно здесь была, и мы точно проходим далее. Видишь? 5. Угу. Угу. Вот про это я и говорил. Круто сделано. Так, мы уже на финишной прямой. Осталось буквально чуть-чуть. Совсем немножко. Так, тут чисто. Бесконечно. Просто. Реально бесконечно. Так, снова комната с какой-то хренотой. Так, ну давай смотреть. Как я и говорил, на картинах может быть что-то иное. Но она прямо аж запрыгала. Так, она была здесь. Тут нормально. Мы сейчас пробежимся еще раз, посмотрим. Тут нормально. Так, плакаты чистые. Тут хорошо. Тут тоже. Так, там такое себе. Ну, короче говоря, надо бежать дальше. Я думаю, тут уже не будет ни хрена. Если бы оно было, мы бы заметили. Блин, хреново. Там плохо работает эта дверь долбаная. Вот и думай, что тебе делать дальше. Я вот не помню, как там ее проходить надо. Просто пройти мимо? Или мы откроем, и нас просто загабелят сразу? Так, еще раз давай проверим плакаты. Помимо двери, конечно, может быть что-то еще. Так, ну вроде чисто. О, все разлагалось, мать. Слава богу. Открывайся. 4. 4 аномалии пробегаем. И, в принципе, считаем, что мы официально все прошли, все красиво. А, вот ты где. Так, понял тебя. Девочку я увидел, все, в этом вагоне аномалий больше нет, точно. Ладно, идем дальше. 3. Осталось 3 аномалии. Тут спокойно. Так, теперь в этой комнате. В этом вагоне теперь надо найти очередную аномалию. Что это может быть? Давай смотреть внимательно. Так, тут все хорошо. В основном это вот эти вот плакаты, картины. С этой херотой бывает не все в порядке. Опа, здрасте. Все. Теперь можно спокойно идти вперед. Идем дальше. Осталось 2 штуки. Этот вагон спокойно пробегаем, тут вряд ли что-то будет. А вот в этом вагоне что-то есть. Так, внимательно осматриваемся. Все ли хорошо? Ну, пока на первый взгляд... вот глазик нам попался. Хорошо, пойдем дальше. Итого, нам остается одна единственная аномалия, чтобы мы могли отсюда выйти. Ну, давай посмотрим, где она. Надо вспомнить, что у нас было, что не было. По-моему, манекен, который появляется позади, за стеклом, у нас вроде еще не было ни разу. Так, вот последняя аномалия должна быть в этой комнате. Давай осматриваться. Интересно просто, что будет, когда мы это все сделаем. Так, девочка была, башка трясущаяся была, глаз тот в конце был. Наверное, что-то из этого. Но пока не ясно. Так. О, привет! Вот я о тебе как раз и говорил. Здравствуйте! Здорово. Все. По идее, это вроде бы все. Что дальше? Ноль, смотри, ноль. Аномалии ноль! И, судя по звуку, мы куда-то приехали. Да ты что, серьезно? Я приехал в Exit 8? Ха-ха-ха, блядь! Выходим.
Выходим. Или нет? Или это обман? Я прошел все 22 аномалии во второй раз. И в первый раз мы прошли... А что там? Тут ничего нет. Я не буду падать в черноту. Давай попробуем просто подняться и посмотрим, как дела у нас здесь. Вроде бы все в порядке. Это Exit 8. Я помню эти проходы, желтые линии. Так, там никого нет. Бля, стрёмно. Стрёмненько. Вот. Вот, я же говорю, Exit 8. Так, ну то есть этот уже должен быть нормальный. Либо то было предисловие к этой игре. То есть ты проходишь платформу и попадаешь в Exit 8. Вот так вот. Вот теперь мы точно прошли. Но нам никаких ачивок не дали, к сожалению, а очень-очень-очень хотелось. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Будем дальше ждать интересных, необычных игр подобной тематики. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.